нашу участницу, это Мария Печина, и мы хотим, чтобы вы вспомнили прекрасную песню братьев Заволокиных «Танго под баян». Ночь сегодня тиха, тиха, мы идем не спеша, растяни друг баян тиха, чтоб запела душа. Над землёю туман, туман, рассвета плыви, плыви, пусть играет всю ночь, поет танго наши любви, пусть играет, пусть играет всю ночь, поет танго наши любви. Пахнет мёдом трава, трава, и ромашки цветут, и опять прямо в сердце идут. Над землёй туман, туман, да рассвета плыви, плыви, пусть играет всю ночь, поет танго наши любви, пусть играет всю ночь, поет танго наши любви. Yeah.
друзья, я с большим удовольствием спою одну из своих любимых песен. А называется она «Поле». Среди песен и звезд искал он любовь за три.
кто-то знает, кто-то не знает. Я просто вам скажу, что мы представляем еще плюс ко всему российско-немецкий дом, который находится на Гоголя. Ну, кто-то ходил туда на концерты, поэтому, поскольку уж мы оттуда, поэтому мы хотим мы этого или не хотим, мы должны петь, ну, хотя бы две песни на немецком языке мы вам споем. Они все равно о любви, даже не надо их переводить. И первая песня называется «Моника». Она
как бы обратилась к нему, он ей подарил цветы, и в конце концов они расстаются, и она ему не пишет, но вдруг приходит от нее письмо: приезжай в следующий год, и все будет окей. Ну и сейчас еще одна песня на немецком языке, называется она «La Pastorella». Смысл тот же самый, только здесь идет рассказ о пастушке, которая вот, значит, пасет там стада, и потом она спускается в долину, и вот, наконец, он ей обещает, что осенью они будут все-таки вместе. Так это «La Pastorella». Es war an einem Frühlingstag, es grünte schon in Neuwart die Welt. Der Winter hat ein arges Lied beim Wind bestellt. Настал тот момент, когда я
Могу спеть, у меня много песен любимых, но вот эту песню, видит Бог, я не пел ее, ну, лет 30, как минимум. И как-то вот она мне попалась, я ее решил снова включить в свой репертуар. Так, это песня Евгения Мартынова на стихи Назрулы Ислама «Заклятие». Никогда не найти. Я уйду без упреков и слез, молчаливо одна. Я уйду, ибо выпито сердце до самого дна. Ты меня позовешь, не звука в ответ, не обнять, не коснуться ладонью, не глянуть во след. И за глаза ты закроешь и станешь молить в тишине, чтобы я возвратилась, вернулась хотя бы во сне. И не видя дороги, ты кинешься в горестный путь, вслед за мной, без надежды меня отыскать и вернуть. Будет осень, под вечер, друзья, соберутся твои. Кто-то будет, наверное, тебе говорить о любви. Одинокое сердце свое не отдашь никому, ибо я в это время незримо тебя обниму. Бесполезно тебя новизной соблазнять и манить. Даже если захочешь, не в силах ты мне изменить. Будет горькая память, как сторож стоять у дверей, и раскаяние камня повиснет на шее твоей. И глаза ты закроешь, и воздух обнимешь ночной, и тогда ты поймешь, что навеки расстался со мной. И весна прилетит, обновит и разбудит весь мир. Зацветут маргаритки, раскроется белый жасмин. Ароматом хмельным и густым переполнятся сны. Только горечь разлуки отравит напиток весны. Всегда оставаться в тоске, в одиночестве биться, дрожа, как ночная трава. Вот заклятие мое, вот заклятие мое, вот заклятие мое. И да сбудутся Я исчезла, растаялась.
одиночестве биться, дрожа, как ночная трава. Вот заклятие мое, вот заклятие мое, вот заклятие мое. Да не сбудутся эти слова. Несколько песен есть, которые, ну, допустим, в нашем исполнении вы не слышали. Вот сейчас еще одна такая песня. Перед вами Валентина Кричак, Дина Костылко, ну, вместе с ними я. И песня называется «Если можешь помочь, помоги».
Ольга Паутова. Друзья, меня немножко жжёт, поэтому хочу прочитать вам одно интересное произведение. У нас есть замечательный поэт, которого зовут Константин Фролов-Крымский. И он написал прекрасное стихотворение. Называется «Не будите русского». Погромче, хорошо. Милые заморские соседи, сытые, вальяжные, как бони, не будите русского медведя, пусть он мирно спит в своей берлоге. Не мешайте царствовать и править, есть и пить, покуда сердце бьется. Вы себе не можете представить, чем для вас все это обернется. Вы уже не раз его пинали, жгли огнем и в омуте топили. И когда уверенность в победе доводила вас до сладкой дрожи, рык утробный русского медведя раздавался вдруг у вас в прихожей. Дамы, господа, сеньоры, леди, за черту ступая ненароком, не дразните русского медведя, ваше баловство вам выйдет боком. Вы его обманете стократно, в кабаке очистите до нитки, ведь вас любая милость платна. Ваши боги золотые слитки, ваше кредо разделяй властву, ваша правда это правда силы. Вы привыкли восседать над паствой неугодных, одарив могилы. Ну а русский в каждом видит брата. Не приемля скаридность и лживость, для него всего важнее правда и всего дороже справедливость. Потому со дна любого пепла, где никто другой не может выжить, русский вдруг поднимется из пепла, из трясины и дорожной жижи, выветрит угар кровавой битвы, в чистом роднике омоет очи, пред иконой прочтет молитву и придет к вам вновь однажды ночью. И пока вы свет не погасили, спросит он, былое подытожив, ты зачем пришел ко мне в Россию? Или я тебе чего-то должен? Вы поймете, что пришла расплата, но платить, как оказалось, нечем. Русский бы простил, наверное, брата, но ведь вы не брат ему, а нечисть. И душонку, сжавшуюся в плоти, теребя под хмурым взглядом гостя, вы тысячекратно проклянете глупую идею дранг на хостел. Жаждущие новых территорий для бейсбола, регби или гольфа, почитайте парочку историй про Наполеона или Адольфа. Поумерьте пыл парадной меди, отвечать за глупости придется. Не будите русского медведя, может быть, тогда и обойдется. Галина Пильберг. Я хочу еще маленькое такое как бы предисловие. У нас сегодня гости. Это ее сестренка из Рубцовска. Верочка, покажитесь. Ну вот, а теперь Галина Пильберг. И песня называется «Смешной паренек». Подошка до самой зари, и песенки мне
тоже рано ушедшую, Мария Пахоменко. И замечательные песни композитора Александра Холкера. Вот мы сейчас одну из них для вас споет Дина Костенко, Валентина Клинча. «Ты только не пройди». Жизнь моя порой трудна.
друзья, песня, которая, видимо, нас именно объединила в единый коллектив, и мы вместе. Песня называется просто «Музыка дивная страна». Кто играет и поет.
и чтобы вы поддержали нас, поздравить одну замечательную женщину, которая находится здесь, Синько Ларису Григорьевну. И с днем рождения, это мать 5 приемных детей. Я хочу, чтобы вы все поздравили ее.
концу. Подошла к концу и наша встреча с вами. Спасибо вам вот за такой теплый, радушный прием. Я просто хочу сказать, что вместе со мной программу вела Ольга Палутова, и для вас был ансамбль «Мы вместе». Спасибо вам, друзья, за эту встречу. Ее я с нетерпением ждал, но время пролетело незаметно, и вот уж расставание час настал. Во всем всегда без слов.